Так, у нас тут Nissan Tirana с VQ 35 DE. 250 сил на прошивке Impul. 88 года конь. 33 колеса у нас. 33 на 10,5. Вот. Сейчас мы прокатимся на нем на пониженной передаче. Приборка у нас от Nissan Maxima. Так, 2H4H понижайка. Включаем драйв. Поехали. Включилась четвертая передача. Это 180, когда на пониженной, это 90. Вот, то есть показывает 180, а у нас-то понижайка 1-2, 180. То есть мы разогнали сейчас отсечку, потом газ бросил, газ дал. То есть мы разогнались, ну, по коробке, если без понижайки, там, наверное, 220, 280 получается. То есть если тут по спидометру 140. Но это на прошивке Impul, потому что родная прошивка дает 6000 оборотов, по-моему, и все. А на Impul отсечка сдвинута, топливные карты подкорректированы, отсечка сдвинута на 7000 оборотов. А с повышенной у нас будет... Вот сейчас попробуем повышенную и первую передачу. Вот, на первой сколько она поедет. В 50-м кузове.